Так, ребят, всем привет. Что ж, последнее поле я засеиваю овсом. Те два поля я засеял. Надо вот это поле досеять. Также их надо будет еще удобрять. Так, а что у меня здесь за просвет получился? Давайте его... Вот так вот сейчас попробуем. Тебя, наверное, не возьмет, да? Ну, немножко взяло, ладно. Чуть-чуть осталось, ничего страшного. Решил по кругу здесь пахать. Пока вроде круг все равно большой, можно по кругу. Чтобы без остановок. Ну, полполя-то есть. Полполя есть. Так, остается буквально вот чуть-чуть. Поле на одном дыхании прошел. Без остановок, можно сказать, за исключением вон то, когда он там задом сдавал. Все, едем мыть, отцеплять. Давайте здесь помоем. Так, она у меня, интересно,
Она у меня под этой стояла, под навесом. Вроде нормально. Да, здесь места явно нет, она под навесом стояла. Так, отлично. А еще мне поля надо вообще-то удобрить. Блин, а что я взял-то? Это не то. Это не то. Вон удобрялка-то. Блин, надо будет это... Противовес тогда нацепить еще. Ну вот это вот сейчас сыпанем. Вот это вот. Так. Давайте дозаправим ее. Что такое? А, ну правильно, это же жидкое. Так, а у меня получается больше нету, да? Здесь корм, гербициды и жидкое. Так, по-моему, больше нет у меня. А вон там у меня что-то есть. Интересно, я дотянусь до нее, нет? Вот что это там стоит у меня? А это... Вообще, его надо отсюда его достать. Нечего ему там стоять. Вот так вот. Сейчас быстренько пройду их тут. Надо удобрить. Так как селки у меня пока нету, которая сразу удобряет. Приходится отдельно два раза удобрять. Ну да, еще пару раз нам придется пройти. Так, одно поле есть. Трамплин.
тоже, наверное, 4 прохода будет. Перебор. Не, наверное, еще раз придется. Не хватит размаха зацепить, да. Еще разок. Так, ну что, все я удобрил. Даже лук с травой тоже удобрен. Давайте съездим, заполним сеялку. Ой, не сеялку, а эту. Ну да, удобрялку. Так, давайте заполним. Конечно, там место останется еще, ну ладно. Там вроде на 3 поля хватает, даже на 4 поля хватает. Спокойно. Все, вот так оставляем. Сейчас отцепляем противовес. Потому что я арендовал вот эту вот бочку для перевозки молока. Сейчас сразу ее заодно и захватим. Там потому что молока уже накопилось. Так, цепляем ее. Так, отцепляем пока бочку. Это на место ставим.
Так, наполняем. Восемь. Отлично. Так, а где у нас молоко продается? Давайте посмотрим. Самое дорогое вот здесь вот, центральный зерновой элеватор. Это у нас вот он. Ага. А, ну все понятно. Это вот мимо этой станции, где я закупал известь и туда. Так, ну что, едем туда тогда. Едем туда. Продаем молоко. И получим, получается, где-то 18 с лишним тысяч. За это делом. Так, поедем по асфальту. Сливаем прямо сюда же. Куда зерно сыпают, сюда же и сливаем. Хоть бы шланг какой-нибудь сюда бы сделали. Ага, даже 19 тысяч. Так, сдаем ее. Потому что сейчас она мне не нужна, эта бочка. Копиться она, молоко там будет долго. Забираем противовес. Так, ну что, ребята, на этом все. Серии будет 20 минут, коротенькая сегодня.
Знак. Продали. Надо будет себе забрать, пригодится. Мусор кидать. На этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.